Для меня радость посещать древнюю христианскую землю Армении. Я бывал здесь неоднократно, и особенно последние посещения, в прошлом году и нынешнее посещение, оно связано с очень значительными событиями. И я вижу, как меняется жизнь армянского народа, как внешне меняется Ереван. Я с радостью могу констатировать очень большое положительное развитие в жизни и деятельности Армянской апостольской церкви, которая находится под руководством и мудрым водительством Его Святейшества, патриарха католикоса всех армян. И должен сказать, что и нынешняя вот эта наша встреча, миротворческая встреча, она не случайно проходит в Армении. Потому что Его Святейшество является одним из соучредителей Межрелигиозного Совета СНГ. Он принимает активнейшее участие, как вы знаете, и в двусторонних религиозных переговорах при участии моем скромном, по вопросам, связанным с решением карабахской проблемы. И сегодняшнее заседание Межрелигиозного совета СНГ по времени было не продолжительным, а по тональности, по духовной атмосфере и по результатам очень возвышенным, добрым и полезным. И так оно и должно быть, потому что, как я сказал, встречаемся на древней земле, где люди сохраняют веру, где жизнь народа тесно соединена с жизнью церкви. И Армянская апостольская церковь является не только важной линией национальной самоидентификации. Армянская апостольская церковь является неким становым хребтом жизни армянской нации. И поэтому, принимая во внимание эту особую роль церкви армянской апостольской в жизни своего народа, опыт огромный, который церковь имеет, и было принято решение вот это чрезвычайно важное ответственное заседание Межрелигиозного совета провести на армянской земле. Я сердечно хотел бы еще раз вас поблагодарить, Его Святейшество, за организацию этого мероприятия и пожелать от всего сердца помощи Божией трудолюбивому армянскому народу, процветания Армении, лично успехов вам в высоком ответственном служении своему народу. И радуюсь возможности вместе с Его Святейшеством быть в вашем доме. Спасибо большое.